Вот после переговоров с Путиным и его предложения мы посчитали сейчас, это же простой счет, наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти. И к уровню этого года при 24 миллионах тонн это примерно 420-430 миллионов долларов, которые мы теряем. И Путин предложил, что эти деньги, они Беларуси компенсируют. Он признал, что это да, это справедливо, мы компенсируем за счет российских компаний. Ну, за счет российских компаний, так за счет российских. Но это уже какое-то движение вперед. И в этом направлении будем работать.